Сразу же после торжественного открытия нового здания региональной службы судебных приставов главный судебный пристав Российской Федерации Артур Парфенчиков встретился с главой Чувашии Михаилом Игнатьевым. Директор Федеральной службы судебных приставов отметил, что в новом здании отличные спортивные залы, куда приставы охотно пригласят всех любителей здорового образа жизни. Надо детей привлекать в какую-то секцию, значит, чтобы дети занимались. Ну, что они там, чтобы они не пустовали, эти объекты. Угу. Нам и тоже там 24 часа в сутки нужно заниматься. А днем как раз вот где-то когда тут, или вечером наоборот. Вот, единственное, что надо, вот я сейчас как раз с динамовцами тоже говорю, что давайте как-то вот объекты появляются, спортивные сооружения появляются. Нужны только детские тренеры. Понимаете, то есть мы же входим в систему «Динамо». Массовый спорт, оттуда личности, они сильные будут проявляться. Поэтому мы готовы. С детства. Вот, давайте нам тренеров, там, общественников, или там динамовских тренеров, спартаковских, их угодно. Все, на заметку взял. Да. Михаил Игнатьев поблагодарил главного судебного пристава страны за недавно построенное новое здание, благодаря чему в Чебоксарах появится возможность вернуть прежнее помещение маленьким чебоксарцам.